История про духов и про маленького львенка. Однажды один дух пришел в поиски маленького львенка. Он долго ходил, ходил. Убивал всех на пути. Он всех ел. Однажды он даже начал летать. Но все обошлось. Дух превратился в другой цвет, а потом снова. Дух решил подслушать все разговоры и написать, как живой игрок в Minecraft. Дух был настоящим. История этой девочки такова. Она любила играть за каракала в легендарном костюме. В мистическом, точнее, костюме. И однажды, пока она играла, с ней случилось что-то ужасное. И она осталась в этой игре навсегда. Теперь она не может выходить. Этот игрок ходит по всем. Учтите, если она когда-то вам будет показывать, берегитесь, если у нее будут все вот такие вот скины. Значит, и в том числе одежка. Спросите у нее, какая у нее есть одежка. Если у нее будет вот такая вся, то лучше бегите от нее. Быстрее выходите из шоу. Это случится неповторимое. Она будет вас преследовать. С вами случится что-то ужасное. Ну а что? Это не знает никто. Она решила подслушивать разговор. Всем привет. Она решила подслушать разговор и увидела свой жертв. Я маленькая львица. Ей, конечно же, точнее, она, конечно же, написала и отправила веселый смайлик. И сказала: дух решил написать. Кот. Кот. Она решила написать. Она написала: кот. Она написала, точнее, этот дух написал: кот с тобой разговаривает. Игрок очень испугался и начал прятаться. А дух все бежал и бежал. Бежал. Он ориентировался по камере. Она решила написать кот. Кот. И этот кот.
Бежал, 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 бежал. Сказал. Он бежал, 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 бежал. За ним было не угнаться. Этот дух бежал, бежал. Пока.